Соединенные Штаты предлагали Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО, заявил экс-президент США Билл Клинтон. Он напомнил, что в 90-е годы Россия приняла участие в программе «Партнерство во имя мира». Кроме того, состоялось заключение акта «Россия-НАТО» о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, а США оказали финансовую помощь России для вывода ее военных из Прибалтики. Экс-президент также подчеркнул, что Россия и НАТО совместно участвовали в миротворческих операциях. «Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — вспоминает Клинтон.